кабардино-балкарцы, они, очевидно, сегодня, если есть зрители, то они представляют команды. Шанс и гол! Гол! Чимбато открывает счет. Неразбериха в штрафной площади КВГУ. Уже не в первый раз мы отмечаем. Неуверенные действия защиты и Валдес Чимбато. Один из лидеров, безусловно, основной игрок сборной ТГУ. Открывает счет. За полторы минуты два мяча влетают в ворота Урчукова. На этот раз Даниил Мишутин отличился. Роскошным ударом. А Чимбато записывает на свой счет голевую передачу. Голая опорная зона. И позиция у вратаря. Здесь как раз и сказывает, что все. Не ссорится футболистам. Удар! И вот здесь пока также 0-2 для КБГУ. Ой, какая ошибка. Поскользнулся один из футболистов КБГУ. И есть шанс еще один удар нанести. 3-0! Сколько же пространства начане своим соперникам дают. Свобода невероятна. Мы видим, что совершенно отсутствует левый защитник у КВГУ. Ананев делает передачу на свободного Гусева. В общем, неразбериха тотальная. Нальчан и 3-0, конечно, это результат, который результативности Мишутина и Чимбато у Валдеза. 26 лет. Атака и... 4-0. Совсем пропели с нальчанем. Александр Ананев отличается. Защитники КВГУ. Неразбериха, кто никого не держит, как-то почему-то оказался. Никаких шансов сопернику. Сейчас Чимбато уже в штрафной площади обыгрывает соперников. И спасает голкипер, но... Нет, я думаю, что вы ждали 27-го номера. Смотрим на штрафный удар. Тайм для КБГУ. Делает Аслан Беканцев его к мячу. Ошибка из выхода. При выходе из обороны Чимбато. 5-0. Но здесь уже к забитому, к пропущенному, вернее, мячу оплошность Белкина привела. Чимбато оформляет дубль. Давайте еще раз смотреть. Классно Скрипников разобрался. Нанес удар прямо перед собой. Чуков мяч отбил. Вот здесь вот потеря от Гатыжева стала роковой.
свою передачу. Только-только появился 25-й номер на газоне и сразу же записал в актив. Результативное действие. Шабанов. Опять же, без... Еще один матч. Два матча, которые завершили традиции. Два мяча. Здесь нет.